хожу и смотрю, думаю, что я хочу на обед? У меня есть креветки, я уже их не хочу. У меня есть рис. Я сейчас возьму полкило этих мидий. Я сейчас сделаю себе такой типа плова что-то. Я сделаю прям плов с креветками и с мидиями, да. Угу. Живые ойстеры. 89 центов один стоит. Я их вообще никогда не ем, если честно. Я даже их вкуса не знаю. Мясо смотрела, думала, может, мясо на меня смотрит. Нет, оно на меня вообще не смотрит. Итак, 23 января 2022 год. Я снова на необитаемом острове. Это лед положились. На мидии. У меня сохранили свою свежесть. Итак. Так. Ой, как они пахнут. Боже мой. Я туда брошу масло сливочного. И у меня, я из дома взяла готовый уже рис. А я думала бросить, может быть, туда лука немножко. Вот у меня луковичка. А, наверное, брошу я чуть-чуть лука. Или не надо портить вкус. Итак, на обед у меня авокадо. Вау, как вкусно. Вот это я понимаю. Вечером у меня, мне придется доесть. Ну, я, понятно, за один раз я не доем. У меня халва. И так далее. Так, мой обед готов. Я вместе не стала складывать, потому что получилось бы непонятно что. Разогрела рис. Рис. Я могу. Не хочу сюда ни помидоры, ни авокадо. Свежайшие. Вчера еще были в океане. Или сегодня.